Особое местоположение, близость моря с его роскошными дарами делают Камчатский край одним из важнейших поставщиков морепродуктов и морских деликатесов на мировой рынок. Красная рыба не только вкуснейший деликатес, но один из самых ценных продуктов для человеческого организма. Вкуснятина! Да? Как вы пробовали, какая больше всего понравилась? Вот, белорыбица. 3 года служила на Камчатке с мужем. Сама делала, он мне вот такие рыбы приносил, ходила на рыбалку. И, в общем, короче говоря, и покупала эту продукцию, и знаю, что лучше камчатской продукции нету. Красная рыба отличается превосходными вкусовыми качествами, нежной консистенцией, эстетичным видом, полезным воздействием на организм. Диетологи советуют употреблять красную рыбу ежедневно, ведь она замедляет процессы старения, укрепляет волосы и ногти, омолаживает кожу. На Камчатке водится множество разновидностей красной рыбы – чевыча, кижуч, кета, нерка и другие. И все это разнообразие на прилавке выставки-продажи в Рязани. Продукт вкусен в любом виде. Вы можете приобрести копченую, маринованную или соленую рыбу. Мне она понравилась, рыба. Я пробовала у других эту рыбу. Она вкусная и считаю, что полезная. Что да. Сегодня себе приобрели по вашему вкусу? Я чевычу и белорыбицу. Чевыч, как считает король лососевых. Вот. А белорыбицу надо попробовать. Продукция нравится и мне, и моим детям. Ну, цены, ничего. Можно себе позволить, когда вкусно. Деликатесы на праздничный стол. Это очень здорово. Я брала чевычу, брала, белорыбицу брала, икру брала, кижич брала. Ну, может, забыла что. Качество. Очень вкусная продукция. Всегда хорошего качества, свежая. Даже в жару никогда на плохую продукцию не попадала. Нравится, я красную рыбу всегда беру. В общем, каждый приезд, я всегда здесь. Красную икру добывают из лососевых видов рыб, которых в больших количествах вылавливают на Камчатке. Качественный продукт выглядит весьма презентабельно. Икринки одного размера и цвета, ровные, неповрежденные, легко отделяющиеся одна от другой. Именно такую продукцию можно приобрести возле торгового центра «Премьер» до 10 сентября включительно.